Мне очень стыдно перед вами. Вы приняли меня в вашу семью, а я вместо благодарности принесла в вашу семью горе. Она убила жениха на свадьбе. Маленькие, худенькие, самые злобные в мире. Они иногда взрываются ого-го как. И с ножами, и с вилками. Реальные преступления из-за безумной любви. Хочу попросить прощения у тети Любы. Я искренне раскаиваюсь в содеянном. «Я его убила». Сегодня в 22:55 на «Домашнем».